Наш источник из шоу-бизнеса сообщает нам, что сегодня в шоу-бизнесе появилась очень ужасная новость о нашем любимом российском актере Олеге Меньшикове. Сообщается, что на данный момент Олег Меньшиков находится на обследовании в одной из больниц города в тяжелом состоянии. Оказывается, его в больницу доставили прямо из театра, куда он приехал утром. В какой-то момент на сцене, когда Олег Меньшиков выступал, ему стало плохо, он потерял сознание и упал. Выступление было приостановлено, ему начали оказывать медицинскую помощь, но привести его в чувство не получалось. Тогда актеры вызвали скорую помощь, на которой он был доставлен в одну из больниц. Является ли данная новость достоверной, либо это очередной фейк, дорогие наши зрители, нам еще предстоит в этом разобраться. Давайте будем надеяться, что с Олегом Меньшиковым все будет хорошо, он выздоровеет и вернется домой. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал. Только на нашем канале и только для вас мы делаем самые интересные новости из жизни звезд шоу-бизнеса. Будьте всегда с нами, мы с вами не прощаемся. Мы лишь говорим вам до скорой встречи, дорогие наши друзья, на нашем YouTube-канале.